Покажу вам незатягивающуюся петлю, называется жилковая петля. Вяжется таким образом. Берем веревку с петлей и обматываем вокруг коренного два раза. Раз и два. Все, в принципе, это все. Получается вот такая вот незатягивающая мощная петля. Вот такой вот узел. Жилковая петля называется. Покажу еще раз. Веревку вдвое, чтобы была петелька у нас. Теперь берем раз внутрь и еще раз внутрь. Остается только затянуть. Вот жилковая петля. Спасибо.